116 баллов и 180. Надо сказать, что 116 баллов для наших спортсменов – это их лучший результат. Ну, а для Алены это мало. А для Алены это на 20 баллов меньше, да, чем их собственный результат. И наши показывали такой результат ровно год назад на турнире Cup of Russia. Тройной выброс не сделан. Все будет хорошо с Богом, говорит тренер Олег Васильев. Очень хочется им пожелать, чтобы они справились. Им нужно с собой справиться. Да, очень нужно. Это такая штука. Каждому человеку это нужно. А им особенно нужно. Ох ты, молодец какая, выехала. Делай. Стой, Маша. Мне у них дорожка очень нравится.
молодцы. Программу не бросили катать. Хоть и попадали, и посрывали. Они бросили ее катать. Другие немножко стали. Равно не бросили катать программу. Получится. Но сейчас получится, наверное, на четвертое место. Может быть, на третье получится. Четвертое, наверное, все-таки далековато. А третье что там? А третье... Какая разница? От Савченко и Шалковы американцы отстают на 8 баллов. Я вот думаю, что как раз где-то за американцами. Потому что там дальше еще плюс 13. Маловато. Угу. Что загадывать? Сейчас все узнаем. Нет, программу они не бросили. Это очень приятно по сравнению с прошлым годом. Есть, конечно, вопросы. Есть, да, но они стали другие. Они стали сильнее, и должно у них получиться. И получится. В один день. Так, тоже тяжело. Ну, да. Правильно выиграть у этой великой Алены. Которая никому не нужна была на Украине. Поехала искать счастье по свету. Вот. Зря он, конечно, не прыгнул сальто, потому что сальто... Да, потому что сальто нужно прыгать. Сальхов надо было прыгать, тогда бы он не упал. Мог сделать бы ошибку. Начало сезона тяжело, легко не дается. Сейчас-то как раз их произвольно должно больше прыгать. Но, опять же, не то с Аленой Тавраной, тоже из Европы приехали. Нет, Олег сидел... Олег вообще там? Олег сидел, да. Он в Чикаго же работал. А-а-а. До этого. Они там ждали начала сезона? Много лет, да. С своими олимпийскими чемпионами. С Татьмяниной, с Марининым. Он же там сидел. И он туда и приехал. 101 балл. Все-таки третий, да. Третий, слава богу. Ну, там еще 8 баллов запаса. Олег так выдохнул, потому что третий, есть возможность бороться, есть возможность для финал, вхождения, да, в финал. Ну, в принципе, и четвертым есть, но... Ну, да, но это да. Ни в какие. В парах-то там все как-то более-менее ровненько. Какие они по произвольному, посмотрите, Вася. Так что же смотреть-то?